Всем привет, друзья! Сегодня покажу, как сбросить адаптацию автоматические коробки 722.6 и 722.9. Эта процедура сбрасывает точки адаптивного переключения в вашем автоматическом блоке управления коробки передач, то есть ТЦУ. Это простая процедура и делается всего за 5 минут. Для этой процедуры вам не понадобится ни диагностического инструмента, ни программы, ничего. Многие спрашивали, почему это нужно делать. Если вы последнее время чувствуете неплавные переключения, есть толчки и все такое, вы можете просто делать эту процедуру, и вы просто получаете бесплатную настройку. После этой процедуры ваш автомобиль будет чувствовать себя по-другому. Давайте уже я покажу, как это делать, а когда уже будем ждать 2 минуты, я расскажу вам все подробно. Вставляем ключ, открываем на второе положение. Все приборы включаются, но не заводим двигатель. Нажимаем на педаль газа и кнопку кикдауна. И ждем 30 секунд. В это время не трогаем ничего, не открываем двери, окна, ничего не трогаем. Просто ждем 30 секунд. После 30 секунд закрываем ключ на положение 0. И убираем ногу с педали газа. Ждем 2 минуты. Также ничего не трогаем, двери не открываем, окна не опускаем, ничего не трогаем. А сейчас вопрос, действительно ли это работает? Да, блок управления двигателем ЭКУ контролирует ваши привычки вождения. Он записывает ваш стиль вождения, обычно просматривая последние 40 переключений, и настраивает автомобиль таким образом, чтобы он соответствовал вашему стилю. Это осуществляется путем мониторинга различных датчиков, таких как дроссельная заслонка или педаль газа и так далее. Так сказать, он изучает ваш стиль вождения. Если вы любите гонять автомобиль и ездить быстро, то он запоминает это и будет держать коробку и обороты дольше, то есть переключать поздно. Если вы едете медленно и спокойно, то коробка адаптируется к этому и переключает уже раньше. После 2 минуты просто заводим двигатель. После того, как вы выполните эту процедуру, блок управления двигателем ЭКУ и блок управления коробкой передач ТСУ будут работать вместе, чтобы узнать, как вы двигаетесь, следуя своей схеме движения. После того, как вы будете следовать этому методу программирования обоих блоков, ведите машину в течение 15 минут. Не гоняйте машину, если только вы не планируете ездить в таком стиле всегда. Едете медленно, равномерно, чтобы коробка передач адаптировалась под ваш стиль езды. Коробка передач должен переключиться плавно и нормально. Вы можете чувствовать это и почувствовать, что как будто у вас новая коробка передач. Вот вся процедура, вот все, что я вам хотел сказать. Это как бы лайфхак. В комментариях напишите, что у вас изменилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи на дорогах!